Всем привет, народ, с вами Филаор. И сегодня мы продолжаем проходить Skullgirls. Так, посмотрим, кто у нас сегодня остался в нашем любимейшем сюжетном режиме. Так, Сквигли у нас уже есть. Это случайно. Есть. Значит, у нас осталась только Фукуа. А это означает, что у нас сегодня последний, финальный эпизод. Ладно, хорошо, проехали. Итак, сегодня у нас... Фукуа! И она спит. Вот... Это Филия спит, и ей снится сон, да? Потому что она Фукуа, потому что Фукуа, она кто? Она вообще такая? Фак! Но я думаю, что это... Вау, это Филия! Филия просто видит красивые сны, однако у нее, по-моему, есть небольшие изменения в атаках. И я просрал мой суперудар. Отлично! Все так и планировалось, в конце концов, этот сон. А сны не всегда бывают хорошими, но... Тем не менее, я... побеждаю. Вопросительный знак. Вау, я могу использовать какую-то атаку, которая как Скорпион. И я не знаю, была ли она у оригинальной Фукуа, потому что я этого дела просто не помню. Давненько я уже играл в эту игру. Это было прикольно, но уж нет, робо-борщин. Тебе не видать победы, как и твоим остальным головам. Скорпионный удар был сильнее с холодной стали машины. И тем не менее, мы продолжаем видеть сны. Может быть, хоть какую-то предысторию мне расскажут? Ха-ха, Беовульф. Вау! Я есть на постере! Вау! А может ты притормозишь? Я даже не успел сориентироваться. Так, ну уж нет. Я не буду проигрывать этому самовлюбленному типчику. Просто, смотря на то, как он сражается, я и поверить не могу, что он на самом деле был, ну, как бы, притворной фигурой во всей той истории с демоном. Потому что, ну вот вы только посмотрите, как он меня одел. Было шикарно, и я до сих пор не понимаю, что происходит, куда ты бежишь. Куда ты бежишь? Кто ты? Только не говорите, что мне вся история Фукуа будет заключаться в том, что она будет дрыхнуть, и мы будем сражаться тупо со всеми персонажами по очереди, потому что здесь нет сюжета, да? Просто меня спрашивали в комментариях, почему я не прохожу Фукуа. Фукуа, она же такая прям клевая, и я не знаю почему, пока что я не замечаю никаких изменений. В моем эмоциональном фоне, потому что какого так типа? Не провоцируем ее на излишнюю атаку и добиваем ее изысканным расенганом. Кто знает, тот поймет, кто не поймет, тот не знает. Так. Ну камон, ну Бигби, каким боком я мог вообще встретиться с Бигби? Ну хрена творится. Я представлял себе Фукуа этакой эмма-версии или... Но почему она Фукуа, опять же? Возможно, она японская Гяру с почему-то зелеными волосами? Как зовут ее паразита? Если ее же зовут по-другому, значит, ее паразита должен звать иначе. Будет какая-нибудь невероятная развязка. Мяу! Так... А давай-ка мы не будем умирать сейчас. Вот сейчас как раз неподходящее время для смерти. И это был своего рода воздушный поцелуй. Да кому? Дайте мне историю, я хочу почитать. Я так мало читаю в своей жизни, дамы и господа. Поехали. Это было хотя бы что-то. Так, Сквигли, хорошо. Сквигли. Давненько я, кстати, не видел Сквигли. Вообще, знаете, я соскучился по спрайтам этого персонажа. Это
невъебическое сочетание Битлджуса и его помощницы. Что-то в этом есть, согласитесь? Что-то в этом есть похожее. Как ее звали? Как звали помощницу Битлджуса? Лидия? По-моему, ее звали Лидия. О, это было мощно. А, я еще могу возвращать. Так. Не достал. Так, короче говоря, он не просто... Он еще и скорпион. Он не просто заноза в моей голове. Он скорпион. Какой скорпион? Боже, это осьминог. Осьминог и скорпион. За Филией я такого не замечал. Я просто пытаюсь найти хотя бы какую-то разницу между... Филия, Самсон и Фукоя и кто? Здравствуй, Мари. А ты как? Как? Если это будет сейчас последний босс, и после этого будет концовка с титрами, я не знаю. Я очень сильно разочаруюсь в этой игре. Какого хрена вообще творится? Нет, ну, маломальчику хотя бы историю могли придумать. Хотя бы в несколько кадров. Вот, прям серьезно. Я просто хочу узнать, кто такая Фукоя для начала. Если это просто сон Фили, ну это не прикольно. Это неинтересно. Когда она видит сон? Какая это вселенная? Какая завязка? Какой рут? Что вся вселенная Skullgirls это лишь сон? Или я как бы сама по себе не особо блещет умом? А, так, вол, тихо. Нет, я это сделал вовремя. Но Филия тащит. То есть Фукоя. Фукоя здесь тащит. В своих снах она просто киберспортсмен. Как ты это сделала, уже будучи мертвой? Куда ты все время бежишь? Я... Дабл, здравствуй. Что? Судьба гориллы? Проворачивается? Судьба гориллы? Я никогда не слышал, чтобы Диктор говорил что-то подобное. Ау. Почему... Почему Дабл говорит мужским голосом? Чё за херня происходит? Реально? Дабл же не... Не знаю, это так прикольно. Она говорит какую-то дичь, каким-то голосом Гренда из Gravity Falls. Ладно. Мы не должны расстраивать Филию. Мы должны затащить эту катку. Потому что нехер превращаться в меня, Дабл. Мы должны обеспечить ей хороший сон, чтобы она могла проснуться и нападать в задницу настоящей Балентайн. Привет. Давно не виделись мои любимые сестрички? Я вообще непобедимая. Но реально по приколу вот интересно, как зовут Самсона в ее реальности? Реальности, которую она сама придумала. Так, давай мы как-нибудь попробуем ее убить, договорились? Я знаю, что вы обе любите прыгать. О, первый хит! Ха-ха! Ау! Не, ну реально, враги, либо мне кажется, либо враги сносят очень мало жизней. И это было мощно. Ну, кто на меня? Кто попробует сразиться со мной, с великим лидером Фукоя? Я смогу возглавить их всех. Я знаю это. Я смогу стать девой черепа. Да даже без этого. Даже я смогу возглавить деву черепа. Даже без всякой дополнительной силы. Так, Painwheel. Ну что ты мне сделаешь, Painwheel? Я тут самая крутая девчонка в городе. А, кстати, вон Мари беснуется. Мы ее победили, но это ей не мешает разрушать город. Он там на заднем плане. Я, в принципе, мог бы Painwheel победить без рук. Прям вот... Ладно, хорошо, я пошутил. Это ни о чем. Я не менял уровень сложности, если что. Они реально как-то слабее меня. Так в чем замес? Рили, я просто прохожу марафон по всем персонажам. Просто бесповоротно и бессмысленно. То, что мы любим.
просто безрассудное мочилово разрубание пополам на все части. Все мы любим смотреть, как девчонки дерутся, а если это красивые девчонки, то тем более. Именно поэтому мы здесь собрались, именно поэтому вы здесь, именно поэтому я здесь, именно поэтому мисс Фортун не проигрывает какого-то хрена, но... Двойной удар. Она не захотела проигрывать сначала, значит проиграет сейчас. Возможно, в этом руте, в этом сне я смогу спасти ее рыбно-палочную подружку. Здорово. Так, ну это нечестно, я тоже так умею. Я тоже. Я не помню, на какую кнопку, на вот эту, да, но я так умею. Что, нравится, когда спамят дальними атаками? Что? Сучка, а? Что, нравится? Это я-то слабая? Я тебе сейчас надаю. Вот только дай мне к тебе приблизиться. Я тебя даже в принципе не знаю. Я выдумал у тебя... сегодня розовые. Я выдумал тебя в своем сне. Потому что это вселенная Филии. Вселенная Филии, которая дрыхнет. И никакие там... зонтичные... немцы меня не остановят. Мне нравится этот чувак с розовой катаной, у него есть стиль. Ну неплохо, да. Для финального эпизода пройти, вспомнить всех персонажей, о, какими они были. Блин, Пикок, я обожаю Пикок. Не знаю, какой... не знаю, кто над ней так поиздевался, зачем ее перевели как павлина. Это ужасно. Просто этот человек просто не любит этого персонажа. Я знаю, что Пика переводится как павлин, но имена собственные не переводятся. И это надо просто запомнить. И поэтому я сейчас так неистово избиваю павлин. Потому что она Пико. И Биг Бен на это смотрел. Тебе не стыдно, павлина? Так, кто мне еще остался? Секунду, я... Разве я не бил царя Беллу уже? Я не знаю, у меня, наверное, склероз или типа того, но мне почему-то казалось, что я уже бил сегодня царя Беллу. Я неплохо справляюсь, да? Знаете, это... поиграть за Фукуа — это неплохой способ исправить себе самооценку. Просто играешь за Фукуа и тащишь. Тащишь просто во все щели, которые есть у всех черепа девчонок. И никакой пошлости. Никакой пошлости. Мне... блин, у него... у него четыре руки! Ааа, блин. Почему персонажи дальнего плана меня завораживают больше? И вот, главный босс, с которым я сражаюсь в мире грез, в мире кошмаров. Это настоящая Филия. Филия Фукуа. Таким образом, мы сможем сравнить их атаки. Но только недолго, потому что Филия, даже в своем сне, ты проиграешь самой себе. Улучшенной версии. Яру Филии. О, почему она мерцает? Почему ее полоса силы мерцает радугой? Мне это не нравится. Нет, она тоже так умеет, я просто этого забыл, да. То есть у нас идентичные способности. Максимальные. Единственное, что она не использует Расенган. Я Филия во вселенной Наруто. Вот. Она правда умеет защищаться. Если кого-то смущает, почему Расинган зеленый, так это потому что... ну, под цвет волос, ну вы чё? В смысле, не модно, если волосы не контрастируют с цветом Расингана. Цветом юбки, цветом чулок, чулков. Так, в смысле? Подождите-ка! А Филия-то в своем сне мощная? Это вообще не круто. А как же... эй. Капец, она мощная.
Не, я понимаю, конечно, она мега-босс в своем-то собственном сне. Но это рили нечестно. Фак! Могла бы хоть чуть-чуть быть посложнее. Это реально неприятно после... Да реально неприятно после того, как все остальные существа мне лажали. Естественно, я попробую еще раз. Наверное, так выглядят внутренние сомнения, внутренние переживания. Когда одна сильная темная сторона пытается одолеть другую светлую сторону. Естественно, светлая сторона — это я. Кто бы сомневался вообще. Что за задница? Большая, огромная задница. Или не дает мне пройти этот сраный уровень. Вот как она смогла поставить блок в полете? Я знаю, что это в принципе возможно, но ни один сверхразум не сможет это сделать вот так вот на лету. Она всегда знает, куда я приземлюсь, она всегда знает, где я. Чтобы меня атаковать. Зажать меж своих толстых ляжек. Я не говорю, что это плохо, у нее замечательные ляжки. Не всегда приятно смотреть. Но не тогда, когда они тебя пиздят. Я понял. Я понял ее план. Когда я перехожу на большую часть поля, она пытается меня перепрыгнуть. Если я ей не буду этого давать, она будет все равно пытаться меня перепрыгивать. Отлично! Фак! Фак! Final round. Я не могу кричать, потому что у меня уже спят, но... О, как это больно. Есть! Наконец-то я ее одолел. На самом деле, я ее одолел не совсем честно, я уже в последний, под конец просто тупо спамил атаки, потому что я не знал, какая победить. Теперь я, Филия. Я так и знал, что это был весь один большой сон Филии. Да, сейчас ты умоешься, поймешь, что ты не Гяру и придешь в свое обычное состояние. Не существует никакой... Фукуа за углом. Или существует? Что ты теперь будешь делать? Хотя Филия по-любому сильнее, чем Фукуа. И это вся история. Вся история. Я не увидел в ней ничего классного. Нет, кроме того момента, когда меня ожидал как подсрачельник под самый конец. Потому что я не ожидал, что последний главный босс будет Филия, и что он будет такой мощным. И это был финальный эпизод по Skullgirls. И поэтому... Что за фигня? Мне какая-то хрень происходит, я не знаю.